приветствую вас, господа. С вами снова Римус. Ну что ж, продолжаем играть в Attila Total War. Да, это та самая игра. А я поставил два мода. Один называется GBG Blood, второй называется More Blood. Ну, я имею в виду больше крови, да? То есть первый мод — это оставлять капли крови, лужи крови, и они никуда не пропадают. То есть он делает так. И второй, он просто-напросто увеличивает количество той самой крови. Давайте посмотрим, как раз заценим этот мод. Эти моды я вам оставлю в описании к нашему видео. Я их скачал в Стиме, в мастерской. То есть там, если у вас есть лицензионная игра, то вы... то вам повезло. Вы можете скачать без каких-либо трудностей. Что ж, ладно, для пираток я не знаю, ребят, где, что, куда доставать. Так что не надо. Пошла жарища. Не надо мне спрашивать. Ну, я не могу вам помочь с этим. Ну давай. Так. Наши войска. Кто у нас? У нас есть ребятишка с двуручными мечами. Есть у нас копейщики. Можно, в принципе, сейчас активировать им автоматически. Так, включаем стена щитов. Стена копий, вернее, да? Топорники. Справа, кстати, топорников можно уже отправлять на этих ублюдков. Прекрасно. Так, нашего генерала сейчас попытается обойти. Пошла жарища. Вот это да. Вот это я понимаю. Жарище просто классное. Вы просто посмотрите. Кстати, немного игру оптимизировали. Да, у меня показывает FPS 46. А это более-менее, чем было ранее, к сожалению. Раньше очень сильно падал FPS. И мне приходилось ставить игру на минималках. Ну как, на средненьких, да? Хотя у меня ноутбук-то нормально вроде бы. Так, хорошо. Смотрите, кстати, вот они. Те самые обещанные пятна крови. Они никуда не пропадают. Давайте, красавицы. Вы мои девочки. Тут... Ой-ой-ой-ой. Вы просто посмотрите на это мясо, дорогие друзья. Это гребаная полная жесть. Охереть. Вот это да, вы просто посмотрите. Охереть, вот это модище, вот это мод. Ребята, это просто шашлык какое-то, мясо. Вот это я понимаю, мясо. Вот так должны быть битвы. Это называется гребаная жестокая битва. Так, нашего генерала отправляем сюда. Лучников. Лучниками обстреливаем этих индейцев. Наши дрогнули здесь, кстати, немного. Так, офигенно, офигенно. Догоняем. Атакуем здесь. Так, ну что ж, давайте посмотрим еще раз. Ребята, вы просто посмотрите. Не зря я делал небольшую паузу в игре Attila Total War. Смотрите, аж прям лужи. Они аж прям... Вот это да. Так, стреляем. Стреляем. Стреляем прям им в спины. Охеренно. Это просто классно так выглядит. Так, атакуем с этой стороны. Нажимаем вид от первого лица. И прекрасно, пошла жарища. Слушай, я так по тебе соскучился, Вася, просто. Блин, башки нет. Башка была, башки теперь нет. Так, он пытается атаковать нашего генерала. Кстати, где вражеский генерал? Куда он пропал? Куда он запропастился? Вы посмотрите на эти пятна крови. Они никуда не пропадают. Вот эти звуки. Ставьте два мода, ребят. Рекомендую. Это просто мясо. Это гребаная жесть. Это полная гребаная жесть. Так, что ж, нас атаковали здесь. Давайте мы тогда контратакуем. Мы можем, в принципе, атаковать этих ублюдков. Пошли, ребята. Эти уже нормальные копейщики. Они, кстати, хорошо держат так удары, несмотря на то, что у нас есть мечники, но тем не менее они умело справляются с нашими мечниками. По крайней мере, у них оборона хорошая и сильная.
Ну, как ни крути, враг по-любому будет терять преимущество. Давайте атакуем этих ребят тоже здесь. Этих расстреляем с этой стороны. Осталось такого вот генерала вражеского убить. ФПС немного упал у меня здесь почему-то. Возможно, из-за того, что много крови. Это дело, возможно, тоже влияет на ФПС. Не знаю, каким способом. Эта кровь же должна оставаться как скриншот на земле, ну, я так полагаю. Да, ребят, ФПС у меня здесь 25. Это очень плохо. Возможно, мне надо пересмотреть свои графические настройки. Гребаный Атила, когда его нормально оптимизировать-то, а? Вот эта башка отлетела, видели? 25 ФПС, 24, 25, 29. Гребаный вражеский полковец убит. Ну все, они обречены. Ну что ж, ребят, вот такая вот битва. Непростая, необычная. Кстати, эти впали в ярость, в бешенство. Порция мяса, ребят. Это вам порция шашлыка. Ну-ка, а если вот здесь... О, здесь ФПС нормально поднимается. Это, возможно, из-за бойцов. Прославьте богов! Мы на пороге победы! Ну-ка, еще раз залп. Сделайте залп. А, нет, у нас все уже закончилось. Ну что ж, давайте посмотрим, что остается, что не остается. Кровь вроде остается, смотрите, здесь. Или они пропадают? Нет, они остаются, смотрите. Нормально так держится. То есть, давайте посмотрим на ФПС здесь. Мне надо было это, сделать войска, у меня ультра стоят, надо сделать высокое, да? Возможно, ФПС из-за этого падает. А так вполне нормально, отлично, то есть игра становится красочнее, да, и вы погружаетесь в тот необычный, античный и жестокий мир, где там рубка головы, это было так повседневное занятие, да. Ну что ж, ребят, с вами был Римас, ждите новых серий, будем, конечно, продолжать кампании, будем продолжать всякие сетевые битвы и тесты отрядов, ну и будем смотреть разные модификации. Тоже предлагайте, если вы знаете какую-то модификацию, которая стоящая, да, моего внимания, то без проблем пишите в комментариях, я рассмотрю это дело и, возможно, буду тоже делать небольшие обзоры по разным модам. Хотя моды зло, но тем не менее, надо. Всем удачи! Ладно, всем удачи.